Всем привет, дорогие друзья, это канал Game World, с вами Артём, и сегодня мы рассмотрим мод из игры Starbound, который называется The Essential Minigun Mods. Он дает нам вот такой вот крутой миниган. На правую кнопку, я так понял, у него переключение стрельбы, но, в принципе, не сильно заметно. Значит, урон за выстрел у него 1.6, скорость 12.5, энергия за атаку 0.8. Крафтится данное оружие в старом добром инженерном станке, и стоит он, вот, стоит он 50 титановых слитков, 1 аккумулятор, 10 печатных плат и 4 платы ОЗУ. Пулемет просто шикарен, он стреляет, вот у меня энергия, ну, она еле-еле-еле тратится, потому что у меня ее много при последней броне. И сейчас я вам продемонстрирую данный пулемет на нашем старом добром ужасном крыле. Так, вот мы пришли к нашему ужасному крылу. И сейчас я кое-что хочу посмотреть. Ну да, вроде как сути не меняет. То есть как он стрелял, так и стреляет. Так, о, ужасно крыл по нам попадает, и мы начинаем его выносить. По 16 урона. Так, сейчас он призовет своих приспешников. Так, подождем, пока он сюда прилетит. Да, ну, в принципе, вы понимаете, да? То есть, данная пушка просто разрывает противников. Так, он тут наспаунил нам немного пингвинчиков. Пушка реально классная, мне прямо она радует. Тут просто стреляешь и стреляешь, энергии не тратится вообще. Реально, пушка классная. Ссылка под этот мод будет, естественно, в описании под видео. Советую всем скачать. Ну, реально, пулемет классный. А, в принципе, титан вы найдете на большинстве, на планетах второго уровня, поэтому вы спокойно сможете себе скрафтить эту пушку. А на этом я буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока!